Я вообще такой крутой чувак. Привет, ребята! Вы на канале Мистер Владимир. Хоть мне сейчас второй месяц, я еще не умею держать голову. У меня уже есть свой канал. Когда я научусь держать голову, мои мама и папа сделают мне загранпаспорт. И я куда-нибудь полечу за границу. Правда, еще не знаю куда, потому что я не перенесу полет, который длится очень-очень долго. Ах, поесть бананасов, кокосов. Ну, пока что я ем только сисю и иногда молочную смесь. Вот так вот. Подписывайтесь на мой канал. На моем канале будет много чего интересного. Ну и всем пока!